Ютвари, про меня зовут Серджио Нес, и просто сразу же переподписаться на мой канал, чтобы вступить в мою Суприм банду. Ведь придет время, Суприм банда будет над всеми. Кто не с нами, тут под нами. А я как вижу, про тебя же не очень нравится быть под нами. Так что подписывайся на мой канал, чтобы вступить в мою Суприм банду. Итак, бро, сегодня мы снимаем вторую часть в поисках мистики. И куда же мы отправились? Сейчас ты узнаешь. Окей, бро, и сегодня мы снимаем вторую часть в поисках мистики. Это то шоу, где я лажу по всяким заброшкам, по всяким мистическим местам, пытаясь доказать им, что на самом деле мистика существует, потому что я в это верю. И, бро, то место, которое мы сегодня отправляемся, это кладбище. Ведь именно в этом месте находятся все эти паранормальные явления, где находятся самые мертвые души, где находятся все эти призраки. Именно туда мы сегодня отправляемся и посмотрим, на что-то появится. На нашей камере. То кладбище, на которое мы сегодня отправляемся, оно необычное, потому что на том кладбище похоронены люди, которые совершили самоубийство. Эти люди, которые укоротили себе возраст. Именно там я хочу оставить свою старую камеру, которая 100% снимет какую-то мистику, потому что раньше она это делала. Именно сегодня мы туда отправляемся. Вторая серия в поисках мистики. Мы направляемся на кладбище. Ведь там обычно и царит так званая мистика. Я надеюсь, вы готовы. Так что поехали. Окей, мы зашли, собственно говоря, в само кладбище. Предыстория, думаю, я вам уже рассказал. Мы сейчас здесь, вы просто посмотрите, уже сразу же идут могилы. Мы зашли, собственно, в глубинку самого кладбища, потому что нас здесь преследовала та же самая причина, что и в прошлый раз. Потому что нас мог кто-то просто запалить, и не то чтобы у нас были проблемы, просто возникали бы вопросы, почему мы сюда идем ночью. Глубокой ночью. Фух. Я с вами соглашусь, это не самое лучшее место, куда мы могли полезть. Но где, как не здесь, будет происходить всякая мистика? И мы сейчас направимся в самую глубинку этого кладбища, чтобы что-то подснять. И может быть, нам повезет, и мы снимем, собственно, какую-то мистику. В принципе, мы уже более-менее прошли, но разве вас не пугает вот это просто... ржавый паркан, эти буяны. Здесь не так сильно страшно, но это нагнетание этой обстановки, оно просто ужасное. А тем временем мы дошли в конец этого кладбища, в другой конец от дороги. Через камеру я вам не передам никакое волнение, но поверьте, находиться здесь, это, наверное, самое жуткое место, которое я бы хотел посещать в своей жизни. Особенно ночью. Днем еще не так страшно. Думаю, что было бы неплохо здесь оставить одну из своих камер, которая у меня очень старая, которая, скорее всего, должна что-то снять, потому что, по легендам, как раз именно старые камеры снимают нечто не из нашего мира. Если верить легенде, то здесь похоронены те, кто покончил жизнь самоубийством. Именно в этом краю. Именно сюда мы пришли. Окей. К сожалению, у меня всего лишь одна камера, но я очень большие надежды пускаю на эту камеру, потому что, как ходит по легендам, то именно старые камеры снимают нечто, что не из нашего мира, что-то паранормальное, какую-то мистику. Поэтому у меня очень большие надежды на эту камеру. А мы, наверное, пойдем дальше. Возможно, мы еще где-то здесь отдельно что-то снимем интересное. Что там? Все колючки, диви. Колючки. А значит ли это, что мы тут как бы непрошенные гости сегодня? Потому что, если посмотреть, это дерево растет прямо из могилы. Я, конечно, ни на что не намекаю. Я хоть не верю во все это, но в таких моментах ты больше всего в это все веришь. Мы просто и шли, и я заметил маленькую могилу и маленький крест. Посмотрите просто на года. Год рождения 1982,
Год смерти 1982. Это ребенок. Получается, что мы сейчас стоим рядом. Лучше всего отсюда уходить, потому что в 50 метров отсюда уже сразу церковь. Вам, скорее всего, и не видно, но думаю, завтра днем я ее подсниму, и вы увидите. Окей, можно, в принципе, вернуться назад по камеру, забрать ее, и уже дома мы посмотрим, что мы тогда сняли. Мы немного потеряли нашу камеру. Она тут. Все еще лежит около гроба. Окей, я в принципе не думаю, что эта камера что-то могла вообще снять без света, потому что здесь очень светом все плохо. Поэтому я, наверное, возьму его, так буду держать и просто снимать. А, все, камера сдохла. На холоде. Странно. Помнишь, був більший мороз і ми довше знімали. Ну, це странно, Серёж, чесно. Мінус камера. Окей. Я слышал, что вроде бы у кладбища есть хозяин. И если он не будет доволен нами, то у нас могут быть проблемы. Я не знаю, как можно задобрить этого хозяина кладбища, но, поверьте, я бы не очень хотел, чтобы он потом ко мне приходил ночью. В лучшем случае, если он просто придет. Не то, чтобы эта камера слишком мощная, но она обычно дольше держалась на холоде, чем сегодня. Связано ли это с кладбищем? Я без понятия. Но связано ли это то, что мы оставили камеру около могилы самоубийцы? Кто-то явно хотел жить. Это самое худшее место, куда я только мог полезть. И вот просто вот так вот телепается. Фух. Я больше никогда в жизни сюда не полезу ночью. Короче, бабушка говорила, что кто-то здесь выстрелил себе с ружья в рот. И он здесь похоронен. Почему именно в это место нас занесло? Господи, искусственные цветы! Я кое-что знаю. Мне немножко рассказали про это кладбище, что... Поверьте, мне рассказали не самое лучшее, что где-то здесь похоронена бабушка, а сверху нее три внучки, три близняшки. Поверьте, от таких историй просто кидает в мурашки, особенно когда ты их вспоминаешь на том месте, где это все похоронено. То, что мне рассказали, вас удивит, потому что мне рассказали о том, что когда все тает, как сейчас, под землей проходит вода, и с временем гроб, в котором похоронили человека, я не знаю, с чем это связано, но как только я сюда зашел, меня как будто отобрал удар речи. Окей, я вкратце расскажу. Короче, когда по земле проходит вода, она вымывает гроб. То есть гроб, как бы, он гниет и все, он пропадает. А под землей остается вот такое пространство. И когда проходит вода, она вымывает это пространство, и получается так, что могила проваливается вниз. И складывается такое ощущение, что кто-то вырыл могилу. Я очень боюсь, что мы это здесь где-то увидим, и я надеюсь, что мы этого нигде не увидим, но, скорее всего, это может быть на новом кладбище. Я не знаю, что здесь можно поснять на кладбище еще, потому что мы походили, мы посмотрели, мы нашли, как бы, могилу ребенка, что не очень-то круто. Мы оставили камеру, которую мы потом просмотрим.
Остается лишь одно. Оставить саму эту камеру, которая снимать более-менее качестве. Ну, что-то полетело. Какая-то бабочка. Я вот попробую сказать, что эта людина не хотела жить. Охереть. Прямо около памятника выросла. С одной стороны, это очень красиво, но с другой стороны, это жесть как страшно. Чё тут так расстроено? Бля. Вот это скорее о том, о чём я говорил, что здесь размыло и была, походу, впадина. И сюда нанесли новой земли, потому что... Охренеть, это реально то место. Ты, что это за хреню? Это вырванная лавочка, но зачем? Зачем? Окей. Просто посмотрите все. Первая, вторая, третья могила. Здесь земля. То есть, чтобы вы понимали, здесь снег. А здесь свежая земля, причем очень свежая. И это подпорта лавочкой. Что? Лавочка? Похоже, здесь как раз и было то, о чем я говорил. Здесь просто вымыло. Хорошо, интересно. Обычно, когда прилетает какая-то бабочка, сейчас такая. Это как будто реально чья-то настоящая душа, где она? Ладно, все окей, мы не будем мешать. Одна из локаций пройдена. А впереди еще очень страшный монтаж. Окей, бро, и вот так вот мы сходили на это кладбище. Не знаю, как вы, но я точно заметил два паранормальных явления, о которых я бы вам с удовольствием рассказал. Но для начала мне нужно, чтобы вы рассказали, может быть, какие-то вы заметили паранормальные явления. Об этом обязательно пиши в комментариях. Я с удовольствием прочитаю. Окей, бро, я надеюсь, что тебе понравилось это видео, ты уже поставил свой царский лайк и нажал на колокольчик. А если хочешь вступить в мою Суприм банду, то просто подпишись на канал и нажми на колокольчик, и ты уже в банде. Бро, также не забывай про мой инстаграм и ВК, ссылки в описании, а на этом все. Оставайся таким же шикарным, пока!